Так, чё, я в игре, да? А, ну всё, так, погодите, погодите, стоп, стоп, я в игре, да? Да, блин, я в игре, да? Алло? Да, всё, всё, ребят, я в игре, ребят, не обращайте внимания, пожалуйста, просто у меня вылетела игра. Хорошо, что запись не остановилась, пожалуйста, ребят, вот не ставьте дизлайки, я серьезно, вот не знал так, что произойдет такое. Такой поворот событий. Так, давайте быстро посмотрим, как у нас счёт. Давай. Так, я сейчас быстро разберусь в управлении, ребят. Наконец-то, ребят, камера установилась сама собой правильно, в нас в правильном направлении. Ребят, ну что, начинаем? Что мы делаем сначала? Ну, во-первых, включаем нейтральную передачу. Так, теперь передачу, да, и начинаем завести мотор. Что же мы забыли-то? Вот так вот, вот мы ступили-то. Так, ну что ж, переключаем передачу и начинаем движение. Так, давайте, типа мы водители, так, вот-вот, мы водители, отлично. Так, включаем первый поворотник наш. Так, куда нам надо двигаться-то, надо понять сначала. Так, я так понял, надо сюда, давайте посмотрим. Ага, нам сюда, да. Так, ну что ж, давайте посмотрим, так, сейчас, быстрый поворот. Ага, туда, свободно. Еще раз, черт, санома. Так, давайте вот этого пропускаем быстро. Нет никого. Еще один, черт. Ну быстрее, таксист! Вали, шуруй нахер. Так, есть кто? Валим. Че-то долго наша двенашка разгоняется. А, черт, санома. А, менты! Тихо! Не за нами! Хьюстон, мы спокойные. Тихо, тихо, с нами все хорошо. Так, тихо. Не балуй, слышь, а? Волга! Ты подснежник, не балуй. Я тебя запомнил. Так, вот сзади никого, отлично. Так, ну что ж, давайте, ребят, перестроимся. Здесь, кстати, вроде 60 км в час, да. Скоростной режим в городе, так вообще везде 60 км в час. Давайте перестраиваемся. А то мне за этой Волгой что-то как-то, знаете, страхово ехать. А черт, вот это было резко. Вот это дерзкий ты тазик. Дерзкий тазик, да. Сразу видно, дерзкий, кощерный тазик. Лучший из лучших тазов. Как тормозит он дерзко. А, черт. Хорош, не балуй. Да ты... Ты не понимаешь меня сегодня, таз. Ну что ж, давайте, ребят, разгонимся. Пошел. Покажи мне всю свою мощь, тазик. Вот это ты мощный. Вот это вот ты кощерный. Действительно, самый что ни на есть кощерный тазик. Так, оп. Тихо. Стой. Стой. Черт, что ж ты за дерзкий ты сегодня такой? Так, давайте лучше перестроимся тогда. Он сегодня дерзкий. А, нет, нам надо дальше ехать, я так понял. Да-да-да-да-да, нам показано, что надо развернуться. Да ж ты... Так, давай, 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 тихо, тихо, сейчас, сейчас самое трудное. Так, все, все было вроде бы хорошо. Валим. Валим быстрее, пока нас что-то не заподозрили. А, черт, мотор, заводись, заводись, не трогай, нет. А, пропускаем, пропускаем, сейчас мы тебя пропустим. Черт, опять что ли? Опять заглохли. Что происходит, я не понимаю. Мы глохнем на ходу. Да я понимаю, что тебе проехать надо. Ты что меня так пугаешь? Ты видишь, у меня проблемы с движением. Да ты, санома. Ну, тазик, вот тазик дерзкий сегодня. Так, спокойно набираем обороты. А, я понял. Он не успевает набирать обороты, поэтому у нас такая проблема. Так, тихо, аккуратно, тазик. Держись, 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 все будет на хорошо. Ты давай будь спокойно, а то прям быдлишь так сегодня. Так, аккуратно, машина, вали нафиг. Так, давай-ка я за тобой пристроюсь. О, пошли, пошел, поехала. Вот так вот. У-ху! Все вроде идет хорошо. Так, вот наша третья контрольная точка.
Будем ехать за газелькой. Так, все, осталась последняя контрольная точка. Главное узнать, где она. Пошел грузовик. Вот газ. Черт! Нет! Да. Санома. Что-то с ним не так сегодня, с этим тазиком. Ты, тазик, сегодня дерзкий. Больно уж дерзкий сегодня. Да ты... Да я все понимаю, но это не я. Опять заглох. Нахуй. Погнали. Черт. Да ты... Черт. Кнопки везде рядом. Опять заглохли. Пошел. Вот сейчас запись закончится, повезу этот тазик в ремонт. Потому что что-то с ним не так. Он сегодня вообще быдлит так. Да ты... А, черт. Что-то сегодня... Что-то не то с машиной. Глохнет она постоянно. Ну, быстрее пошел! И вот последняя контрольная точка. Ну. Да. Ну все. Урок мы, ребят, прошли. А теперь настает веселье. Сейчас вот я вам обеспечу веселье. Вот я серьезно говорю, сейчас будет самое веселье. Ну что, тазик? Давай, покажи мне свою мощь. Черт красный, санома. Иди, говноед сраный, давай. Погнали. Пошел. О, да. Черт. Я вот такого поворота вот не ожидал. Вот серьезно, вот не ожидал прям такого поворота. Сейчас я тебе покажу, что значит нормальное движение. Так. Вот завели мотор. Так, дай передачу. Все, сейчас начнется веселье. Умопомрачительное веселье. Ну, давай, тазик. Покажи мне свою мощь. Так, сюда. Да черт. Я сам его выключил. Не понял. А, у меня эта кнопка, типа, глушить мотор. Понятно, почему он у меня постоянно-то и глушится. А я-то думаю, что за фигня-то? Все, не включаем этот поворотник нафиг. Вот он. Видите, у меня типа поворотник от... Да. Когда я включаю поворотник, я автоматически выключаю... Все, понятно теперь. Все, а я-то думаю, что за фигня-то? Погнали, ребят, сейчас будет самое настоящее веселье. Так, здесь есть ручник? Ручник. А, ручник, я понял, какой ручник. Ни хрена себе ручник. Пошел нафиг, я тебя тоже могу побеги бегать. Ну ладно, браток, извини. Все было настолько... Пошел. Вот это да! Вот это поворот! Так, продолжаем. Вот так пошло. Да! Красный! Все нормально, все путем, братаны. Че, братва, как живем? Нормально все, да? Я вижу новые тачки, да, себе накупили. Ну что, давай сейчас. Кто быстрее? Давай посмотрим, кто быстрее. О, хрена с два тебе. Погнали. Вот так вот. Отлично. Вот так вот. Методика Александра Невского. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. У-ху! Ну что, Вас, покажи мне, на что ты способен. О, вот это кощерно. Ну что, газелька, учись ездить. О, вот это кощерно. Вообще. А, Волга! Нет! Вот так вот. До свидания, подснежник. Ездить учись. Так, отлично.
Так, погнали, 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 погнали. Вообще, по сути дела, тазиков, вот десяток с автоматом вроде бы нету. Люди, конечно, делаются, это уже самоделки, но все равно так-то нету с автоматом десятки. В этом разрабы не угадали. Уху! Вот это да, вот это поворот. Кощерный поворот событий. Уху! Так, ну что, красный. А мне пофигу. А мне все пофиг. Так, быстро заднюю включаем. Погнали, братаны. Вот так. Тихо. Так, братва, садитесь быстро. Погнали сюда. Все. Пойдем семерку эту обгоним. Ага, у них там гоночки. Ну да ладно, сейчас мы покажем, что там. Вот так вот. До свидания. Пердуны сраные. Ездить ни хрена не умеет. Вот, на меня смотреть. Пошел нафиг. Я тоже посигналить могу. Так, сюда заезжаем. Сюда. Так, заезжаем. Аккуратно. Пикап мастер. Вот так вот. Вот это мы мастера вообще. Вот так вот. Ну чё, Марс, не ожидал такого поворота? А, чёрт, десятка. А, нет, это Бэха была. Ну, покажи мне, на что ты способна, десяточка. Давай. Соточку выжимает уже, ничего себе. Вали нафиг, валите все. Вот гады, вообще ездить не умеют. Понаберут права себе, а ездить не умеют. Вот как ездить надо. Хотя нет, если бы все так ездили, у нас бы на дорогах черти что было. Так что, они нормально ездят, это я. Балуюсь. Пошли все нафиг, это моя дорога. Музыку включил себе. И едет, понтуется. Так, зеленый. Для меня все дороги должны быть зеленые. Вот так вот, отлично. Вот так вот. Пошел отсюда, Мэрс. Так, сейчас фары включим. Так, Волга, шуруй отсюда нафиг. Вот так вот. Все, мы сдали экзамен. Фух, вот это, ребята, было классно. Давайте еще один урок. Так, да, пусть будет центр города. Это, я так понял, центр города Москвы. Хотя кто узнает, может... Нет, если центр города вроде бы Москва-Сити. Даже не знаю, ребят. Хотя нет, с другой стороны, ребят, серия действительно подзатянулась. Давайте-ка лучше будем на этом заканчивать. Фух, вот могу, ребят, задохнуть с облегчением. Вот действительно, серия была действительно эпичная. Вот мне действительно понравилась эта игра. Вот просто серия была эпичная. Пожалуйста, ставьте лайки. Давайте будем заканчивать. С вами был Некит. Подписывайтесь на канал. Еще раз говорю, ставьте, пожалуйста, лайки. Подписывайтесь на мою группу ВКонтакте, на общую группу ВКонтакте и на канал Макса. Фух, я, конечно же, продолжу снимать эту игру, если, конечно же, она понравится вам. Но все же, я обязательно сниму эту игру с рулем. С рулем со своим. Так, где мой руль? Да, там руль мой стоит уже, весь в пыли, надо будет это, тряпочкой его протереть. Да, и все нормально будет. Сыграем обязательно в эту игру с рулем. Фух. Ну что ж, ребят, всем удачи, всем пока.